Да вопрос, вопросы какие есть? Вы мне покажите, у вас документ есть вообще? А СМИ? Кто такой? А я? А вы кто такой? Вы меня снимаете? Вы здесь главный? Ну, человек 5. Я не главный, я помощник прокурора. Вы можете рассказать альтернативной газете, что вы здесь делаете? Голландцев Игорь Владимирович, спасибо. Проверка проводится в рамках соблюдения законодательства о градостроительной деятельности. Есть разрешение, Виктор Иванович, согласен, есть разрешение. Но тем не менее, видите, люди-то не работают. То есть вы отказываетесь покидать строительную площадку? Я провожу проверку, да. Проверка в чем заключается? Соблюдение градостроительной деятельности. Ну в чем это соблюдение? Есть предписание Министерства культуры. То, что, ну, что у вас решения суда нету, остановки строили. Есть предписание, есть исполнение предписания, исполняется. А у вас предписание суда? Нет, нет предписания. Решением суда только сколько можно остановить? Ну в конце концов, ну сколько можно? Два месяца, да, вот одно и то же. Чего мы сейчас ждем? Кого ждем? Сейчас будет сотрудник ФМС, есть основания полагать, что у сотрудников нет, у наших сотрудников рабочих нет документов. Да, ждем ФМС, да? Развернуть бетон невозможно. Бетон подойдет, мы снимаем людей, и люди идут работать. Я не имею права бетон выливать на землю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и восьмой пошел. Ну, сотрудники полиции в нарушение норм безопасности проходят прямо без касок на стройплощадку на действующую. Я вас просил по-человечески, это стройка, даже я иду, я могу упасть. Я шел, ребята перебрасывали инвентарь. Хорошо, я в каске, а попало бы по каске, было бы больно. Где все? Вот здесь. А как потом кого ловить? Ну, будете бегать сейчас опять сюда? Зачем ловить? А? Зачем ловить? Все придут. Вы когда у вас будет здесь сотрудники ФМС, когда у вас будет какое-то там распоряжение, тогда, пожалуйста, мы соберем всех назад и вы посмотрите. Вы вообще снимаете меня? В каком основании сейчас меня вот за эти огороды вообще снимаете, мне скажите? Вот я журналист. Основание закона. Да вопрос, вопросы какие есть? Вы мне покажите, у вас документ есть вообще? А СМИ? Кто такой? Я? А вы кто такой? Вы меня снимаете, вот эту камеру вот здесь. Вопросов нет, там снимайте, я здесь, на своей территории. Я на вас тут подам, в курсе. А кто вы представьте? Ну подайте. Ну, кто вы такой-то? Ну, примерно сколько раз они уже были в этом году? В этом году? Ну, только вчера не было. Вчера не были, а до этого все дни были, да? Ну, практически. Сегодняшний день уже поставку сорвали, заливку бетона. Поэтому сегодня будем вынуждены просто этот бетон хранить, выливать на дорогу. А чем они мешают бетон заливать? Сняли всех людей, соответственно, заливать некем. Ну вот я заметил, я здесь уже около часа нахожусь, вот они этих людей сняли, ничего с ними не производят. Вообще, как бы, как это должно проходить? Неужели сотрудники полиции, они у ФМС могут вот так вот... Сотрудники полиции ссылаются на то, что они сейчас отвезут сотрудников ФМС, которые вправе проверить документы. И так происходит уже порядка 3 или 4 раза, да, Сергей Николаевич? 4. 4 раза уже. Берут пояснение у сотрудников строительной площадки, и каждый раз все одно и то же происходит. Угу. Я уже сейчас отказался, я уже вспылил, я говорю, да пошли вы нахер, никакие я вам пояснения давать не буду. Ну за что это хуйня? Одно и то же, блядь, каждый раз. Да одно и то же, вот, блядь. А действует по анонимному звонку. Да. Говорят, ну, что поступил анонимный звонок. Саш! 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 Давайте, залазьте, спускайте оттуда все. То есть вас уже много раз проверяли, да? А его сюда. Тоже у вас? Да. Дайте документы. Пойдем. Да, проверка документов. Мне надо обязательно в машине проводить. Не знал, что у нас ДПС теперь работает вместо УФМС. Да, я Андрей Трофимов. Андрей Трофимов, а у вас вообще на съемке есть разрешение все это? Вы с какой целью интересуетесь? Вы журналист? Вы с какой целью интересуетесь? Вот вы как сотрудник полиции, с какой целью интересуетесь у меня, есть ли у меня какое-то, так скажем, журналистские документы? Нет, просто интересно, вы же снимаете меня? Ну что, а что, сотрудников полиции нельзя снимать? Можно. Так-то, в общем-то, можно. Можно, поэтому я и снимаю. А не нарушаете мои гражданские права, нет? А какие у гражданские права у сотрудника полиции? В законе полиции декларируется принцип открытости. Да.
А если я оперативный сотрудник? Какая разница? Вы находитесь в публичном, общественном месте. Если я оперативный сотрудник? А, какая разница? Вы, как я понял, заместитель начальника УБЭП, правильно? Скорее нет, чем да. Ну что, так несерьезно. Ваша фамилия Лопатников, правильно? Это же легко проверить. Так точно, легко, а вы обязательно. Вот интересно, поступают сотрудники полиции и прокуратуры. Приходят на стройку уже не первый раз. Вот, по крайней мере, как говорит охрана, уже четвертый в этом году. И пытаются проверить документы у одних и тех же работников. А какой-то смысл есть? У них что, должно было кончиться какое-нибудь разрешение или какие-то документы, чтобы вот их так часто парализовывать стройку? Вот сейчас бетон не могут залить, например, рабочие из-за того, что вы их здесь строите и не проверяете у них ничего, потому что сотрудников ФМС здесь нету. Вот вы считаете, это законно вы поступаете? Я понимаю, у вас дар речи пропал после того, как вы мне ударили по камере, наверное, да? Что я сделал? Ударили мне по камере. Я вас по камере ударил? Да, за воротами. Все, у нас это в YouTube будет выложено, наверное? Естественно. Вы можете сказать, для чего вы вываливаете? Это называется похорон. Похорон? Когда хороший, дорогостоящий, качественный материал хоронят землю, потому что невозможно использовать. Через какое-то время он потеряет активность, он уже не пригоден для использования. Самое главное, мы просили сотрудников прокуратуры об одном. Дать там возможность под их контролем принять этот бетон. То есть на территорию стройплощадки они заходят без разрешения. Входят там, где без нашего сопровождения. А под их контролем нам не разрешили принимать бетон. Мы готовы с ними сотрудничать, вопросов нет. Сопровождать, показывать, отвечать на вопросы. Визиты достаточно частые, по 1,5-2 часа рабочего времени мы им уделяем всегда.